Вот, я счастлива, что на мне сегодня это чудесное украшение. Оно меня греет, согревает, приносит все самое лучшее в этой жизни. А сегодня ты увидишь как раз показ моей новой коллекции. Это как раз будет показ свадебной коллекции в свадебных красивых платьях. Сегодня я буду снова невестой. Мы сегодня присутствуем на презентации свадебного журнала «Мы женимся». Яна у нас на обложке. Мы этому очень рады и очень этим гордимся, что она согласилась с нами поработать, посотрудничать. Мы рады приветствовать всех на презентации журнала «Мы женимся», которому в этом году исполняется уже 5 лет. Наша следующая гостья занимается созданием имиджа не только для отечественных звезд шоу-бизнеса, но, друзья, и для западных. Эксперт рубрики «Мода» на Первом канале и автор книги «Великолепный макияж, не выходя из дома». Яна Тамах, автор. Добрый вечер. Уважаемые гости, я рада вас приветствовать на нашем празднике. И в первую очередь я хочу поздравить журнал «Мы женимся» с выходом уже на московский рынок. Желаю вам успехов и творческих начинаний в городе Москва. Я бы хотела сказать большое спасибо всем участникам съемочной команды. Привет моим друзьям из Лос-Анджелеса. Это дизайнер, свадебный дизайнер, который предоставил любезно мне платье. Кевин Холл, thank you very much for helping to me. И стилист, который работал над моим имиджем, это Тодд Холман. Hi, Todd. И, конечно же, фотограф, это Джимин Авакян и его симпатичная ассистентка Юлия Кей. И, конечно же, мой lovely husband, который снимал наше видео. Вы сможете насладиться сегодня нашим великолепнейшим, красивейшим показом свадебных платьев от дизайнера Натальи Бавыкин, которую нам любезно предоставила компания Articom Fashion Group. И, конечно же, на моделях вы увидите мою новую свадебную коллекцию украшений, которую я специально создавала под эти замечательные платья. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо огромное, Яна. Мы благодарим вас.
раз в этой жизни надевали на себя свадебное платье. Ян, скажи, сколько раз ты делала это в своей жизни? Я делала это 2 раза, но сегодня это был 3-й раз. Я в своей жизни тоже 2 раза уже надевала. Но на самом деле это очень приятно. И мне кажется, любая женщина готова носить и делать это многократно только исключительно из-за того, что это возможность наконец-то надеть красивое, безусловно, белое свадебное платье. Ты замужем? Я замужем, и я хочу сказать спасибо Яне, то, что Яна, благодаря тебе мне удалось опять примерить на себя этот образ, немножко поностальгировать. Я тоже замужем, и я в своей жизни свадебное платье надевала много-много-много раз, но именно вот в торжественный момент, в момент свадьбы, 1 раз, и надеюсь, что навсегда. Яночка, спасибо тебе большое за такие чудесные украшения. Я стала обладательницей чудесного браслета и серег, которые Яна подарила, мне презентовала после съемок в журнале. Спасибо огромное, я уже надевала, все в восторге, всем нравится, мне тоже. Я очень волновалась, и, конечно, все хорошо получилось. Ты испытываешь, вот когда рядом с тобой находится такая красивая твоя мама в таком шикарном блестящем платье? Восторг. Вы скоро еще увидите новую коллекцию сережек. Вау. От Милены? Нет, от Яны Тамов. Скажи, а в Америке твоя продукция продается? Да, конечно. Я уже, как вы сегодня слышали, в моих украшениях блистают не только звезды российской эстрады, но и звезды Голливуда. Что же нужно делать, Ян, вот, чтобы мужчина по-скорому сделал тебе предложение руки и сердца и позвал и сказал: давай поженимся? Что нужно сделать? Нужно сказать ему об этом. Да, ты считаешь? Я замуж, да. Вы согласны? У меня было так. Но мне кажется, да, это самый лучший, наверное, совет. Покупайте такие роскошные платья и украшения от Яны Тамах. Спасибо!